Всем привет! Меня зовут Денис Авраменко. Сейчас нахожусь на прекрасном острове Фукок во Вьетнаме. И в этом видео я хочу записать отзыв о прохождении программы по деньгам от Ирины Хмелевской. Конечно, сказать, что это какое-то волшебство, это ничего не сказать, потому что после первого урока у меня начал происходить прям, произошла какая-то перезагрузка в финансовой сфере, и начали появляться непонятно откуда новые клиенты, дополнительные продажи. Ну, в общем, объем денег, с которым мне поначалу было тяжело обращаться и тяжело воспринимать, потому что переступая на новый уровень, как-то это все нужно принять новую реальность и прожить с ней. Но следующее задание, следующее общение с Ириной, оно прорабатывает слой за слоем все какие-то ограничивающие убеждения, все какие-то блоки, все, что тянется, в общем, с самого детства с ограничением по деньгам. И ну, это такая глубинная работа, иногда это не очень легкая работа. Приходилось себя заставить, чтобы со скрипом, давай, сделай, потому что это ж тебе же нужно, и выполняя задание. Но учиться у Ирины это одно удовольствие. Просто еще у меня было одно из убеждений, это то, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно очень-очень много вкалывать и много чего делать. Но подход Иры мне очень нравится, она это все делает с легкостью, все с радостью. И главное — делать те дела, которые нравятся, те дела, которые приносят удовольствие. То есть не те, которые нам навязало общество, либо родители, либо мы сами себя впутали в какую-то историю и теперь поддерживаем вот это все. А то, что действительно изнутри нравится, изнутри хочется, и делать это в радость, и при этом получать огромные деньги. Так что я настоятельно рекомендую поучиться у Ирины. Это очень крутой опыт, очень большая трансформация, которая будет все время внедряться в вашу жизнь и делать в ней чудеса. Всем желаю чудесного дня, классного настроения и всего доброго!